Лев Николаевич Толстой, Анна Каренина. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей их в доме француженкой-гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день. И мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских.